Дегустация, да? Точно, садись. Не нажраться бы. Привет! Ну что, работа над ошибками. Когда сделали мы New England IPA, очень вкусный, очень классный, но без подобающей ему мутности. Спасибо вам огромное. Было много конструктивных предложений, из которых я выделил три ошибки, над которыми мы сейчас и поработаем. То есть первая ошибка – это засыпь была не перемешана и слой овса был слежавшимся и малая экстрактивность была. Я думаю, из овса тоже вот эти вот длинные белковые цепочки не выделились. Поэтому все у нас тут перемешано. И овес, и солод. Все вместе. И при засыпи тоже перемешаем. Вторая ошибка. У нас была белковая пауза 52. Ее убираем нахрен. То есть ее не будем делать. То есть у нас всего две паузы будет. У нас будет 65, 30 минут, буквально 30 минут пауза. И 78, 5 минут. Все, две паузы. Ну и третьим предложением было добавить пектины. Это такие полисахариды, которые добавляют в джемы, варенье, чтобы они были более густыми. И вроде как сохраняют муть, связывают типа белки, и белки там плавают, не оседают в пиве. Поэтому будем добавлять пектины. Можно купить уже готовые в пакетике в магазине, но так как у нас крафт, поэтому мы будем добавлять натуральные пектины с яблок. Свежайшие яблоки. Мы их порубим, может даже в блендере. И добавим в мешочки, наверное, на варку. Потому что, может быть, альфа-амилаза их немножечко порубит, хотя навряд ли. Ну, на всякий случай мы уже добавим накип. То есть, где-то полкило яблок. Перемелим и в мешке добавим на кипение и посмотрим, что получится. Короче, работа над ошибками, над мутью в НЕИПе. Друзья мои, я, конечно, очень долго и нудно все это расписываю, объясняю, показываю. Кто ценит свое время, хочет хорошее пиво, краткий рецепт, ничего лишнего. Могу посоветовать канал «Хмель». Идеально подходит под ваши требования. 5 минут, все четко, быстро, с юморком. Пиво, рецепт, приготовление. Так что, ребята, переходим на канал «Хмель». Берем рецепты, быстро записываем, быстро делаем хорошее пиво.
Друзья мои, ну все, слив прекратился полностью, не набрали и 5 литров. Ну что же, сделаем ход конем, перельем через верх со всей мутью. Кстати, тоже некоторые советуют переливать со всей мутью, чтобы побольше бруха, белка было, тоже взаимодействует для лучшей мути. Посмотрим. Дальше все по плану. Ну что? Профессор, да. Готовы? Сравнительный тест двух не и пух. Так, вот это у нас старая с золотой крышечкой, которая первая. А вот это же с учетом всех наших изменений. Исправлений. Да, да. Отсюда сразу видно уже, какая из них какая. Да, по бутылочке тоже видно, кстати. Ну, ничего. Начнем. Начнем. Первый наш образец. Пена получше. Ну, да. Но пиво намного прозрачнее. Вообще не скажу, хрусталь. Что не... Вообще отстоялась просто хрусталь. А это все-таки уже мутничело есть. Ой, короче, себе. Че там церемонится? Продукт один и тот же. Цвет только другой. Один и тот же. Расскажу, в принципе. Да. Так. Ну, отличие явно видно. Все, что могли, изменили, кроме дрожжей. Все-таки считаю, что Лалемант New England, они совсем не для New England и не подходят. Я думаю, если какие-то другие дрожжи, они будут мутнее. И может быть еще мало было пектина, потому что я яблочков добавил совсем, там килограммчик это... Ну, маловато. Можно попробовать еще добавить именно пектина. Надо. Да. Я думаю, это верняк. Ну, уже делать видео не буду. В каком-нибудь из следующих видео замутим. Покажу результат. Да, с добавлением именно уже пектина и других дрожжей. Посмотрим, что получится. Ну, пшеничная без пшеницы. Коллега. Что, можно, да? Да, сравнивай. Я готов. Да, да. Что поярче, что? У меня просто здесь... Да я уже понял. Пахнет замечательно. Честно, мне кажется, вот этот лучше. Мутничок. Да, мутничок лучше пахнет. Здесь как-то больше сладинки, а здесь больше разнообразия. Здесь ярче. Здесь я, ну это ж молодое, а это все-таки выдержанное, ну, уже, да, получается. Уже, я уже помню, что прилично оно уже постояло. Не, ну это поярче однозначно. Ну да. Это такое уже прилизанное, прилизанное. Я сдал. Это свежак, конечно. Да, свежак, фрукты, овощи. Фрукты. А вот тут подстава. Не, овощей нету. Фрукты, ягоды. Да, свежак. Свежак. Можно теперь хлебать. Это тоже очень хорошо пахнет, но более, скажем так. Пока он будет говорить, я буду пить. Зализано, да. Давай, пробуй. Очень вкусно, оба вкусно, но вот здесь больше сладости. В этом больше сладости, да? Да, здесь больше, ну, нейтрально так. Ну и чуть-чуть ярченький даже есть, где-то там вообще далеки. Но это сладенькое.
Видишь, отстоялось и получается сладенькое. Ну, вот такие сильные, сильные вкусы такие. Там насыщенные, насыщенные. Хотя с виду вроде такой хрусталь. Кажется, что там ничего особо такого нет. А очень насыщенный вкус. Да, если, конечно, он бы выглядел бы так, как будто компот, то вообще цены, конечно, не было. Но это, кстати, мягче. Вот по вкусу мягче. Видать, яблочная вот эта кислинка, и как-то оно вообще как сок стало. Это как пиво, ну да, это как пиво. А это какое-то такое вот более мягкое, бархатистое ощущение. Ну, сильные напиточки такие, сильные, вкусненько так. Я даже думаю, что добавление там яблочка или какого-то фрукта способствует еще и мягкости вкуса. Да? Ну, мягче это... Не знаю, мне так просто зашло оба. Нет, это хорошее, ровное, такое вот ароматное. Мне кажется, больше как-то, не? А тут как сок такой, оно мягкое более, нету резкости такой вот пивной. Это все-таки, может, из-за того, что оно стоялось еще. Карбонизация, не забывай, здесь сильнее. Помягче будет. Ну да, что-то такое яблочком отдает, конечно. Легкое такое. Да там фруктов этих столько, что в запахе не определишь яблочко. Не запахи, а на привкус, как будто ты... Да. Шмат так. Ну, мне помягче. Помягче получился такой. Более соковитый. Не знаю, оба бомба. Сочный. Единственное, что хочу компот. Цвет, чтоб аж такой. Чтоб вообще чтоб цвет не пропускало. Ну, это единственное, что хочу. Куплю пектин, добавлю на варку и... Ну, видишь, помогает. Ну, помогает. Мы уже видим результат. Явно помогает. Я его сразу увидел еще в бутылке. Попробуем с большим добавлением пектина. Ух, такая будет жуть. Да, и дрожжи, я думаю, надо заменить какие-то они. Совсем. Для ИПы, а не для не ИПы. Аж кристальная. Ну да. Ну. Ты даже жигулевска быть не. Думаю. Тут вообще идеал. Да. Как этот. Фильтрованная. Да. Вообще. Думаю, результат удачный. Двигаемся в нужном направлении. Правильно, да. Да, рецепт немножко подкорректирую, там будет ссылка. Все, делаем, наслаждаемся, да. Естественно, 50 бутылочек новой НИИПы. Уже мутненькой. Да, уже мутненькой. Ждут наших друзей всех в нашем магазине. Ну, естественно, при покупке там определенного, там, до трех... От 3 литров и да, дарим совершенно безвозмездно. Без, да. Ну все, пока. Мы будем продолжать. Тестировать.